Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Надежда, канал Малиновка. Пусть вас не смущает такое сочетание, это действительно очень красиво. Мы будем использовать один краситель. И весь торт, практически весь торт, мы будем украшать одной насадкой 125К. Первые розы у нас с вами будут синими. И потом цвет будет потихоньку уходить, и они у нас превратятся в небесно-голубые. Синяя роза считается одним из самых загадочных цветков. Поэтому неудивительно, что за свою практику я сделала огромное количество бело-голубых или бело-синих свадебных тортов. Работать мы будем белково-заварным кремом. Рецепт в описании и вот здесь в уголочке. Ну что ж, давайте начнем.
Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Ну, просто вот нереально космическая. Не знаю, как вам, а мне вот такой вот синий-голубой цвет очень нравится. Это и небо, это и васильки на поле. И тут почему-то васильковый цвет преображается в эти вот розы с глубокой серединкой, в которые интересно заглядывать. И белый, чистый белый цвет подчеркивает вот эту невероятную королевскую синеву. И на меня это производит прям вот огромный эффект. И я не удивляюсь, почему заказывают так часто свадебные торты именно вот в таком вот сочетании. Напишите в комментариях, каким цветом мне украсить один из следующих тортов. Увидимся в следующем видео.